сегодня 10 декабря. 10 декабря 1860 года газета «Самарские губернские ведомости» с особым удовольствием сообщила своим читателям радостную весть. Губернскому начальству наконец-то представили проект устройства пароходного сообщения между городом Самарой и правым берегом реки Волги. В то время переправа осуществлялась на дощанниках, больших лодках. Но такой способ был весьма небезопасным. И вот теперь проблема переправы должна была быть решена. Ежегодно 10 декабря во всем мире отмечают День прав человека. Кроме того, сегодня Международный день прав животных, Всемирный день футбола и День создания службы связи МВД России. Поздравление с юбилеем 10 декабря принимает член Общественной палаты Самарской области Вадим Геннадьевич Чумак. Также в 10 день декабря были рождены выдающийся русский поэт, писатель, классик отечественной и мировой литературы Николай Некрасов, легендарный советский хоккейный и футбольный тренер Анатолий Тарасов, популярная певица Таисия Повалий и другие известные люди. Сегодня большой православный праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Знамение. От этого дня наши предки всегда ждали чего-то особенного. Надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу или хотя бы приметы на погоду. Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали. Все эти и многие другие интересные события произошли в 10-й день первого месяца календарной зимы. Удачи в делах и всего вам самого доброго!